I'm alive. Я сейчас прохожу детокс с Аней и вот отвечаю на подобные вопросы. Их много и самое порой смешно. Кто тут проснулся, пришел. Не успела я закончить. Осталось мне три вопроса. Супер, Вовчик. Все подобные дела я стараюсь делать с утра. Иначе так и не найду на это время. If you want something to be done, do it in the morning. Это вообще с английского языка я где-то услышала. И пользуюсь этим по жизни. Это реально работает. Да. Какими средствами по уходу за кожей вы пользуетесь и как давно? Это мой такой ангелочек маленький, ляль. Знаете, порой, когда я вижу детей меньше Вовчика, мне кажется, ну как, вот как? Бывают дети меньше Вовчика, и он по сравнению с ними такой большой. А для меня он прям малыш-малыш, лялечка. Мама, Ав-ав? А-ав, туалет? Собачка, да, хорошенькая, да? А ты кто? Расскажи. А ты кто? Вова. А это кто? Мама. А там кто спит? Папа. Еще? Папа. Папа с кем спит? М-м-м. С кем папа спит? Тетя. С Климом скажи. А? Скажи с Климом. А? Скажи Клим. Ти. Ти. С пти. С пти? Нет. Пти. Клим, скажи. Клим. Чему ему? Масик мой, масёк мой. А как ты на качели катаешься? Мальчика. Мальчишек каша. И чия я туда добавила еще. Мама, мама. Едят с удовольствием. Вова уже второй раз. Поэтому. Оставь Вове, пожалуйста. Больше нету манго. Пожалуйста, следите сегодня. И чтоб я видел это в холодильнике 30 манго. Красиво? Да. Нравится? Да. Маме. Климасику собрала рюкзачок, там водичка. Мама, и орешки. И Вове тоже надо. Вова, я тебя отдельно сложу вот в свою сумочку. Да. Что тебе сложить? И это водичка, поняла. Да. Хорошо. Всем пока. Пока. Клим ушел и Вовка там кричит. А? Вова, дай маме кашу доесть. Сейчас мама доест быстренько кашу и пойдем вместе. На качели? Иди бабуля попроси, может она согласится. Мам! Хотя она уже ходила. Иди открывай дверь. А? Открывай дверь. Да. Мам! Пока. Вот вытащила пиу-пиу. Мама, давай потом.
Клима найдем, потом будем пиу-пиу. Давай вот сюда положу вниз, ладно? Еще нужно набирать же периодически. Ой, машина едет. Зачем так бороться со сном? Не понимаем. Ой, никого нет, неужели я одна? Можно и поболтать. Знаете, мне в Инстаграме, даже в личку много пишут люди, мол, мы придумали историю о женщине, которая преследует моего Сайбеля. Знаете, мне даже фантазии бы не хватило все это выдумать. Пропала ли она? Я не знаю, может быть, у нее сейчас весеннее обострение. Я слышала, что она приходила и искала моего мужа, когда мы были в Дубае. То есть это было в феврале, по-моему. И вот сейчас она опять объявилась, временно пропала. Но после того, как она к нам приходила домой, она еще несколько раз звонила моему мужу на работу. Пыталась восстановить в его памяти их встречу где-то там 10 лет назад в Сохо. Ну, как он говорит, какую-то чушь несла. Он ей объяснил, что это не он, его там не было. И она сказала: хорошо, будем тогда разбираться. В чем разбираться, непонятно. Но явно у человека, ну, как-то вот с головой не в порядке. Не знаю, как мягко сказать. Знаете, и не по себе, с одной стороны, и жалко человека. Ну, хочется, чтобы это не повторялось уж точно. Часто еще спрашивают про камни, как носить, как подбирать браслеты себе, детям. На самом деле, если почитать сайты разные про камни, про знаки зодиака, то можно настолько запутаться в информации. Но в основном хорошее пишут. Я из Исходя из своего опыта, вот сколько я читала про камни, мне кажется, что камень навредить не может. Я пришла к мнению, что выбирать нужно просто по симпатии. Если вас этот камень притягивает, он вам визуально нравится, значит, контакт произошел. Детям смело можно выбирать яшму. Вся яшма подходит детям. Ну и взрослым тоже. Вот, например, взять мой любимый камень аметист. Я его обожаю и в браслетах, и на шее носить, и просто необработанные аметисты. Но в моем знаке зодиака этого камня нету вообще. Но я все равно постоянно его покупаю, ношу в браслетах. Также вот лунный камень очень люблю. Смотрите, как он переливается издалека. Вот он просто такой черный, серый. Чем дольше всматриваешься, тем больше оттенков находишь. Это, кстати, очень классная медитация. Просто сидеть, разглядывать оттенки, какие-то вкрапления. На чем угодно можно концентрировать свое внимание. Если вы отвлекаетесь от своих мыслей, то это уже медитация. Можно так же, как и камни, рассматривать просто свое собственное тело. Вот сидеть и видеть где-то трещины, где-то необычные полоски, которые отличаются с другими пальцами. Рассматривать полностью руки, ноги. Можно так на час, а то и больше залипнуть. В общем, дома, оказывается, никого нет. Думала, сейчас Вовчика оставлю. Сама пойду домой, там помонтирую, дела поделаю. Уберусь, может быть, дома. Для меня сейчас великое счастье остаться дома одной. Убираться, полы мыть, пыль вытирать. Я готова целый день этим заниматься. Для меня прям в кайф. Лишь бы меня одну оставили. Ну, вот, вот так вот поваляться тоже идеально. Клим сейчас уехал к Жорике и Лизе. Он так называет. И на районе тишина, потому что если Клим где-то рядом, то это обязательно слышно. Он разговаривать не умеет, он постоянно кричит. Вынесла Вовчику перекус, попить. Пойдем Клима искать, да? Да. Рик, моя каша обговнатилась. Что это за каша такая?
Смотрите, нам прислала подписчица вот такую книгу для Вовчика. Это подарок. Смотрите, тут даже написано. Написано Вова. Подписчица? Да, представляешь? Давайте только для Вовы. Ну, это для малышей, Клим. Ну, что ты делаешь? Ну, мне же тоже интересно. Она вот сама делает такие книги интересные. Сынок, помоги лучше развязать. Не, она, она. Вообще нет. Супер. Смотрите. Вот так вот можно путать. Будем мы заниматься с удовольствием. А это вообще шедевр. Что? В письме написано: «Добрый день, дорогая Екатерина. Мне очень приятно с вами познакомиться». Вот, смотрите, здесь все на липучках, так продумано. Смотрите, можно вот так вот раз и не потеряется. Вот так называется Инстаграм, и я еще оставлю под видео. Так, пазл. Смотри, пазлы. Опа, здесь цвета. Не спеши, Вова. Цвета можно учить. Вовчик, мы круто с тобой будем заниматься. Можно... Это геометрия, формы. Супер. Круг, звезда, квадрат. А, кстати, мне это учить нужно. Да? Ну-ка скажи, Клим, что это за форма? Я не знаю. Написано. Молодец. А, ты прочел. Вови, смотри, а это что? Это цифра 0, Вова. Будем с тобой учить с удовольствием. Ничего себе, они такие еще мягенькие, прикольные. Я такого даже придумать не могла. Это у нас едет, плывет, летит. Надо показать, что едет, что плывет, что летит. Это вот девушка, зовут ее Екатерина. Она, представляешь, сама придумала вот эту вот книгу. Сама сделать. Какая прелесть, Климасик, смотри. Вовчик ничего не хочет. Уже сладкое ест. Я в итоге себе сделала гречку с тофу. Картошка. Вкусная получилась. Не успела я разогреть, как ты уже все съел. Вот салат. Почему никто не ест салат? Да, выбираю помидоры с огурцами. Вкусно? Вот, смотри, есть вот такие вот пирожки. Будешь? С картошкой и... С грибами. Что, будешь гречку? Да. Да? Да есть, вон я ему дам. В очках не видно. Очки приподнимают. Когда кушает. И обратно. Шторку. Вова, тебе так комфортно? Давай ты нормально поешь, потом пойдем гулять. Да, чечки, я теперь почищу. Он задержался целых 10 минут уже дома. Да, уже на месте сидит. Не может сидеть. Вова, посиди, пожалуйста, с нами. Дай мама поесть. Спокойно, вечно, блин, куда-то надо бежать. А что будет, если ты одну брокколи съешь? Козленочком станешь? Боишься? Ну, вот эти вот пупырышечки, они так... Да очень даже вкусно и полезно. Да вкусно. Ну, такого же вкуса, как и вот этот салат. Сайбеля, еще соседи позвали на рыбу. Что, сейчас пойдешь еще рыбу есть? Сколько волка не корми. Еще и соус с собой возьму. Предатель. Сделала себе любимую капусту. В этот раз у меня что-то много отходов получилось. Вот она вся какая-то вот прогрызанная. Много срезала. Капуста полезная, именно ферментированная. Вообще все, что можно ферментировать, нужно это делать. Те же самые чия. Нут бобовый, если вы замачиваете прям на двое суток, меняете воду, то вы прям почувствуете этот процесс ферментации, когда появятся пузырьки, и тогда продукты усваиваются намного лучше. У нас салют на улице, интересно. Ну-ка, ну-ка. Блин, все, кончился. Ладно. Надеюсь, что это салют, а не что-то нехорошее.